Здравствуйте, сегодня снова с вами я, Данил Букреев, и сегодня я хочу с вами поговорить о некоторых вопросах, которые часто мне задают и меня спрашивают. То есть, например, продавец не успел отгрузить товар, то есть он не отгрузил, время на исходе, что делать, спор не открыть, все боятся за свои деньги. То есть, в случае, если продавец не отгружает товар в указанный срок, деньги возвращаются. То есть, деньги возвращаются мне, например, на карточку. На мою карточку. Вот, на этот вопрос, в принципе, я не знаю, больше нечего отвечать. Но еще есть такой вопрос. Меня постоянно спрашивают, как добавить два товара в одну корзину в заказ. Во-первых, расскажу вам правила добавления товара в корзину. Во-первых, AliExpress — это площадка международная, на которой куча продавцов. То есть нельзя добавить в корзину 5 товаров, оплатить их, и они вам не придут в одной посылке. Нет. Товары в корзину добавляются только от одного продавца. Потому что если вы добавите от разных, ну это невозможно, потому что они находятся в разных провинциях, живут в разных местах. То есть общая посылка вам никак не придет, и это вообще невозможно. То есть, если вы оплачивать хотите, например, сразу две покупки, вот видите, как, например, вот здесь, то есть, да, видите, как видно мой заказ. То есть здесь заметно, что два товара я оплатил, стоимость 14,88, такая сумма неоднозначная, так скажем, 14,88. И в принципе теперь я вам покажу, как это сделать. Ну, это банально просто, мы выбрали вот два товара, проверяем, что они от одного продавца, Сусан, везде Сусан, рейтинг одинаково, все одинаково. Ну, то есть один и тот же продавец, один и тот же магазин. Я выбрал эти два товара, вот хочу заказать, просто нажимаю «Добавить в корзину». Мне предлагают продолжить покупки или посмотреть мою корзину. Ну, я вот добавлю еще один чай в корзину и уже нажму «Показать мою корзину». Как вы видите, вот покупки от одного продавца, от моего, то есть все уточнение, бесплатная доставка. И ну, все предельно понятно, можно изменить количество штук. Но мне нужна одна штука того, одна того. Можем опять же поговорить с продавцом в этом меню, то есть... Ну, выбрали два товара одного продавца, можем два их оплатить, и эти два товара придут в одной упаковке. В принципе, на этом уроке все, ничего особенного, такого другого, нового я вам не могу сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте мне их ВКонтакте, задавайте на почту, задавайте под видео, где вам удобно. Подписывайтесь на мой канал. Опять же, еще раз напомню, что мы ожидаем море новых посылок. И ожидаем новых видеоуроков с ответами на ваши вопросы. Ваши вопросы можете оставлять, как я уже сказал, где вам удобно. Подписывайтесь на мой канал. До встречи!